Берем линейку, замеряем, сколько у нас грань. 16 миллиметров. С помощью угольника от грани откладываем. Так, чтобы у нас были наши 16 миллиметров. И процарапываем черту. Так как у нас здесь идет на ключ 32, мы аналогично от второй линии делаем засечку на 32 на противоположной стороне. И аналогично угольником, чтобы у нас не перекашивало, очерчиваем вторую линию. Сейчас будем их стачивать. Грань мы одну сделали. Сейчас будем с противоположной стороны тоже стачивать. Ну вот, сточены у нас две грани. Вот у нас ключ на 32. Теперь можно без всяких забот закрутить новую тягу.